Суд решил заявление Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики о признании экстремистской публикации, прекращении деятельности общества с ограниченной ответственностью Бакаев Румега, телекомпании Next TV на территории Кыргызской Республики, запрете распространения продукции общества с ограниченной ответственностью Бакаев Румега, телекомпании Next TV на других каналах, средствах массовой информации, телерадиокомпаний, интернет-провайдеров, операторов вещания, операторов электросвязи, распространяющих телерадиопрограмму, удовлетворить частично. Признать экстремистской публикацию. Экс-глава ДКНБ Казахстана Мусаев сказал, что на конфиденциальном уровне Таджикистана и Кыргызстана выразили готовность оказать России военную помощь, размещенную 2-3 марта 2022 года. В остальной части требований заявления отказать.